2018 год принес нам множество ярких событий, но я не совру, если скажу, что самое долгожданное из них – чемпионат мира по футболу. Волгоград стал одним из городов-организаторов, и на Волгоград-арене прошли 4 отборочных матча. К нам приезжали болельщики со всех уголков земного шара. Была проделана колоссальная работа. Футбол стал тем мостиком, который объединил таких разных людей. Предлагаю окунуться в эту атмосферу и вспомнить, как это было. Когда Волгоград выбрали городом, где будут проходить матчи чемпионата, здесь закипела работа. Было решено строить новую арену, которая отвечала бы всем международным требованиям и стандартам. И вот, спустя 4 года и 17 миллиардов рублей, на берегу Волги появился красавец-стадион. Волгоград-арена вмещает 45 тысяч зрителей, и первыми на ее поле вышли футболисты волгоградского «Ротора» в конце апреля. Должно быть возрождение «Ротора», согласитесь, когда-нибудь, правильно? Если не сейчас, то когда? Поэтому мы очень довольны таким стадионом. Давно о нем слышим, видим по телевизору. Хотелось бы увидеть, и чтобы он принес счастье и радость нашей команде, нашему городу. И действительно, очень много людей шли на новый стадион просто посмотреть, как он выглядит изнутри. Но прежде необходимо было пройти через площадь перед стадионом, где развернулись развлекательные площадки и интерактивные зоны для болельщиков. На всем пути любителей футбола встречали волонтеры, которые подсказывали, как найти нужную трибуну. И, конечно, каждый хотел сделать фото рядом с новой достопримечательностью. Сегодня просто какой-то день селфи возле стадиона, потому что все пытаются сфотографироваться, все хотят на память оставить эти мгновения. А посмотреть и сфотографировать есть что. Красивый гигант-стадион расположился на берегу Волги. Многие говорят, что он получился самым красивым из площадок, которые построены к чемпионату мира по футболу. Вмещает наш красавец 45 тысяч зрителей, но на первый тестовый матч было решено запустить только около 19. Как мы видим по зрителям, все пришли с большим энтузиазмом, настроением, хотят посмотреть на новый стадион, поболеть и покричать. Мы не будем оставаться в стороне, сделаем то же самое и посмотрим, как выдержат все службы и сам стадион наплыв такого большого количества людей. Что ж, поехали и «Ротор» вперед! И вот команды выходят на свежее поле впервые в истории стадиона. Можно сказать, что это день рождения Волгоград-арены, а зрители – это гости, которые пришли ее поздравить. Сейчас из-за ситуации в турнирной таблице «Ротор» и «Луч энергия» являются прямыми конкурентами. Поэтому обе команды выходили только с одной задачей – победить. До 37-й минуты на поле, можно сказать, была тишина. Команды играли в равный футбол, и только восстановившийся после травмы Хызыр Апаев сумел открыть счет и вывести нашу команду вперед. И после этого гола «Ротор» как будто почувствовал уверенность и навязал гостям свою игру. При этом волгоградские футболисты не забывали отправлять в ворота дальневосточников мячи. Счет рос, и на перерыв местная команда ушла с хорошим настроением, оставив болельщикам приятное послевкусие от первого тайма. Я рад, что «Ротор» побеждает на этой новой арене. Сорвал голос, болел за любимую команду «Ротор». Очень приятно. Второй тайм начался с атаки «Ротора» и еще один гол в воротах «Луча энергии». Последние, в свою очередь, отбивались как могли. И на 70-й минуте забили, наконец-таки, нашей команде один мяч. К концу встречи счет на табло пополнился еще по одному голу от каждой команды. Итог 4-2 и радость болельщиков. Готовились мы к этой игре, естественно, разбирали игру соперника. Но как раз определили, где сильные стороны «Ротора». Это нападающие, там Апаев, Вотинов. И крайние полузащитники, 22-й номер Султонов. Но, к сожалению, как раз мы с этими сильными сторонами не справились. То есть эти два человека практически решили исход матча. Теперь «Ротор» набирает 37 очков и сейчас находится на 14-м месте турнирной таблицы. Расслабляться нельзя, ведь следующий матч уже 28 апреля в Нижнем Новгороде. А вот на местной площадке игра пройдет 2 мая. К слову, билеты на этот матч уже раскуплены.
Каждый месяц приближал нас к предстоящему чемпионату мира по футболу. И уже в апреле на центральной набережной открыли парк футбола. Это сейчас здесь идут строительные работы. А тогда на месте инструментов стояли аттракционы и была большая сцена. Каждый желающий мог познакомиться с предстоящим мундиалем, попробовать себя в роли футболиста и даже взять автограф у знаменитого игрока сборной Англии Сола Кэмпбелла. На центральной набережной собрались и любители игры с мячом, и просто прогуливающиеся мимо горожане. Например, чтобы увидеть прославленного бывшего защитника сборной Англии Сола Кэмпбелла, собралась целая очередь. Получить автограф и сделать фото с именитым футболистом – настоящая удача. Для многих этот игрок – легенда, поэтому часы ожидания не испортили радости встречи. Ну, я сюда пришел, потому что сегодня в Волгоград прибыл Сол Кэмпбелл. Это легенда лондонского Арсенала и всей Англии. Поэтому я, как истинный фанат канониров, пришел увидеть его и сфотографироваться. Предвкушаю уже чемпионат мира грядущий. И очень рад, что сюда приезжают такие футболисты. Ну, как бы это очень важно, что не забывается история футбола. И несмотря на то, что Сол Кэмпбелл играл, ну, лет 10 назад, наверное, но все еще продвигает футбол в таких странах, как Россия. Это очень важно. Несмотря на то, что в английской прессе все чаще и чаще появляются негативные комментарии про предстоящий чемпионат мира в России, Сол Кэмпбелл отметил, что все, что он успел увидеть, сделано на хорошем уровне. А вот русские фанаты и вовсе оставили приятные воспоминания. К слову, за несколько часов футболист раздал не одну сотню автографов волгоградцам. Примечательно, что именно в нашем городе будет играть сборная Англии против Туниса. Этот матч пройдет 18 июня. Я хочу, чтобы волгоградцы насладились отличным шоу и болели за своих игроков. Я видел фотографии стадионов, фотографии выглядят потрясающе. Мне очень хотелось бы самому играть на таком стадионе, жалко, что я не играю. На площадке развернулись сразу несколько интерактивных зон. Гости могли получить памятные подарки, сувенирную продукцию, поучаствовать в тематических викторинах. Но главной темой, конечно, был футбол. Погонять мяч можно было в трех зонах. Например, проверить свою меткость и попасть точно в цель удачным пасом, или же попробовать забить гол картонному вратарю. На этой точке, на этом поле, главный вратарь. Задача участников, которые сюда пришли, попасть по этому робо-вратарю. Как мы видим, получается не у всех. Задача по-настоящему сложная. Помимо сувенирной продукции, можно было выиграть действительно очень хороший приз – билеты на предстоящие игры чемпионата мира по футболу. Так, например, Сол Кэмпбелл провел небольшую викторину для своих фанатов. В итоге лучше всех в футболе разбирается Эмиль Ахметов. Теперь у молодого человека есть возможность посетить матч Польша-Япония 28 июня. Счастливчик признается – сбылась мечта. Я просто собрался, я просто включил свой мозг и просто выиграл. Все, больше ничего не нужно было. Пришел, выиграл, победил. Получилось куча эмоций, плюс подарочек, это тоже приятно. Волгоград стал третьим по счету городом, в который приехал парк футбола. До этого на площадках побывали сочинцы и жители Ростова-на-Дону. Так парк посетит все города-участники чемпионата мира. Следующей его точкой станет столица Мордовии – Саранск. Летом 2018-го центральная набережная стала футбольным центром Волгограда. Здесь открыли фестиваль болельщиков FIFA. А на месте, где я стою, была установлена огромная сцена с большим экраном, на котором транслировались все матчи чемпионата. Первый матч состоялся в Москве. Сыграла сборная России против Саудовской Аравии. Тогда, ну, согласитесь, в нашу сборную мало кто верил. Но она показала отличную игру, и после этого за ней стал следить весь мир. Давайте вспомним и мы, как это было. Футбол – самый популярный вид массового спорта, а чемпионат мира, можно сказать, одно из самых ожидаемых событий. В 2009 году Россия боролась за то, чтобы стать хозяйкой этого спортивного праздника. И вот, спустя 8 лет, Волгоград – часть мундиаля. Так же, как Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ростов, Саранск, Сочи и Екатеринбург. А еще несколько городов выступили базами для тренировок сборных. Я поздравляю вас с открытием фестиваля здесь, на центральной набережной города-героя Волгограда, фестиваля болельщиков FIFA 2018. Сегодня атмосфера передает нам те эмоции и показывает ту мощь, которой обладает футбол. Футбол, который объединяет людей всех национальностей, всех возрастов и поколений. Футбол – это язык мира, который понимают миллиарды жителей нашей планеты. Ну, конечно, современный футбол не может обходиться без болельщиков, которые наполняют и делают его зрелищем. Волгоградцы рады приветствовать гостей нашего города и сделали все,
чтобы они здесь, в городе-герое Волгограде, чувствовали себя как дома. Я уверен, что каждый из наших гостей увезет в своем сердце частичку нашего гостеприимного Волгограда. Уже 18 июня мы примем первый матч, в котором сыграют Англия против Туниса. А вот в день открытия чемпионата мира по футболу на набережной распахнул свои двери фестиваль болельщиков. К слову, такие парки появились во всех местах, где принимают мундиаль. Мы так долго ждали этого момента, и вот, наконец, обратный отсчет до старта главного футбольного события завершен. Сегодня, буквально через 2 часа, наша сборная сыграет свой первый матч на домашнем чемпионате мира. Наша общая цель и задача – показать гостям нашего города, гостям нашего чемпионата мира, домашнего российского чемпионата мира, наше радушие, гостеприимство и сделать так, чтобы к нам захотели вернуться вновь. Торжественно прошла церемония открытия. На сцену волонтеры вынесли все флаги участников этого футбольного соревнования. 32 страны со всех частей света, победители прошлых лет и новички. Фестиваль болельщиков предложил пришедшим не просто ждать начала матча, а узнать о чемпионате и родном городе немного больше. На этой площадке гости города могут ознакомиться с главными достопримечательностями Волгограда и, конечно, сделать фото на память. Множество фотоаппаратов делают одновременно фотографию и после посылают ее на специальный прибор. Здесь, на специальном терминале, фотографию обрабатывают, и она получается как будто живой. И можно ее отправить себе на электронную почту и, конечно, выложить в свои соцсети, как напоминание об этом грандиозном празднике. И вот матч начался. Большая компания единомышленников собралась на набережной. Несколько тысяч человек вместе болели за нашу сборную. С самого начала волгоградцы пророчили победу родной команде. Пытались предугадать итоговый счет, делились эмоциями. Несмотря на то, что саудиты сопротивлялись, первый гол в их ворота залетел уже на 12-й минуте. А на 44-й минуте матча Денис Черешев забивает в копилку сборной второй мяч. Как вам игра сборной России? Ожидали ли? Довольно. Какой прогноз ставить? 3-1. Почему так думаете? Такое ощущение по игре. Второй тайм также начался активно для россиян. Наши спортсмены создавали опасные моменты у ворот в Саудовской Аравии. Волгоградские болельщики, не жалея горла, поддерживали ребят, хоть и играли те за 1000 километров. Следующий гол не заставил себя ждать, забивает Дзюба. К сожалению, для гостей они так и не смогли пройти через Игоря Акинфеева. Основное время матча закончилось со счетом 3-0. Но вот в дополнительном произошло то, чего не ожидал никто. Сборная России отправила еще 2 мяча в ворота Саудовской Аравии. Эмоции зашкаливают, такого никогда не было. 5-0, это просто фантастика. Россия чемпион! Разгоряченных игрой гостей фестиваля со сцены подогревал и приглашенный шведский певец Араш. Его хиты знакомы многим, да и сам артист давно знаком с российской публикой и, по его же признанию, любит нашу страну. Перед выступлением Араш пообщался с местными журналистами. По его словам, он будет болеть за родину родителей Иран, за свою страну Швецию и, конечно, за Россию. Я очень счастлив, очень. Когда я был ребенком, я мечтал стать не певцом, а футболистом. И сейчас я стою здесь. Я часть чемпионата в России. Это большое событие. И я рад сегодня. Также Араш сделал волгоградцам сюрприз, впервые исполнив новую песню «Голи Голи». Ее певец записал вместе с Нюшей и американским рэпером Питбулем. Посвятили новый хит, конечно, чемпионату мира. В песне говорится о том, что футбол может объединить всех, неважно какой ты культуры или национальности, а Россия станет центром всего этого действия. Фестиваль болельщиков официально открыт. Посетить его можно в любой день чемпионата мира. Организаторы пообещали разнообразную программу, матчи в прямом эфире на большом экране и приятную атмосферу. Первый матч в Волгограде провели 2 команды – Англия и Тунис. Но перед тем, как посетить его, волгоградские болельщики и гости города побывали здесь, на центральной набережной, на фестивале болельщиков FIFA. Здесь было ярко, очень весело, люди делали селфи, пели песни и показали всем свое настоящее гостеприимство, а иностранцы познакомили всех со своей культурой. Кстати,
Многие называли английских болельщиков самыми агрессивными в мире, но, как мы заметили, здесь такого не было. И еще раз спорт доказал, что он объединяет таких разных, но таких интересных и в то же время любящих этот вид спорта людей. Перед чемпионатом мира в западной прессе все чаще и чаще стали появляться статьи, которые предупреждали англичан о так называемых ужасах России. В свою очередь, наши соотечественники немного побаивались хулиганов с берегов Туманного Альбиона. Первый свой матч сборная Англии проведет именно в Волгограде. Уже сейчас болельщики веселятся и наслаждаются чемпионатом в городе-герое. О погромах не слышно. Напротив, знакомятся и общаются с болельщиками команды соперника. Ведут себя в рамках приличия. Волгоград – прекрасный город. Люди очень прекрасные, дружелюбные. Мы подружились с английскими болельщиками. Очень прекрасные люди, так же, как и русские. И зря боятся английские болельщики нас, то есть, и все очень прекрасно. Конечно, Англию букмекеры называют фаворитом этой встречи. Однако после недавних событий, когда сильнейшие сборные проигрывали или играли в ничью, загадывать заранее не стоит. Так думают и болельщики Туниса. Кажется, что вся верхняя терраса центральной набережной окрасилась в цвета их родного флага. Матч между Англией и Тунисом еще не стартовал, а болельщики из Туниса уже вовсю поддерживают свою команду. Видите, как ярко, с песнями, кричалками. Их слышно на всей набережной. Болельщики из Туниса также отметили, что в Волгограде живут очень добрые и дружелюбные люди. Да и Россия показалась красивой страной. Такой восточный колорит не оставил волгоградцев равнодушными. Они делали селфи с тунисцами и, несмотря на языковой порог, старались общаться, интересовались, как у гостей дела и все ли им нравится. Можно сказать, проявили настоящее гостеприимство. Я приехал из Туниса. Я врач-акушер-гинеколог. Я учился на Украине на врача, кандидат медицинских наук. Я закончил в 2006 году и уже сейчас работаю в Тунисе. Я приехал из Туниса, чтобы поддерживать нашу команду. Желаю нашей команде всего самого лучшего, победы. Огромное спасибо, товарищи, наша русская душа из Волгограда. Вы к нам очень хорошо приняли. Мы вам огромное спасибо. Спасибо всем большое. Англия как каша, победа будет наша. Совсем скоро в Волгоград приедут болельщики еще нескольких стран. Мы ждем в гости прославившихся на весь мир своими кричалками исландцев, жителей Нигерии, Саудовской Аравии и Египта, а также приезжих из Японии и Польши. Встретить их можно будет также на фанфесте, который работает до конца чемпионата. Это было днем, а вечером гости города и местные болельщики спешили на стадион, чтобы насладиться красивой игрой. На трибунах было отчетливо видно и слышно африканских фанатов, а вот англичан было значительно меньше. Первые минуты после финала матча болельщики из разных стран в обнимку исполняют известную во всем мире советскую песню «Катюша». Как будто и не было недавно духа соперничества и противостояния любимых команд. Ни одного агрессивно настроенного фаната, ни одной словесной перепалки. Ведь это игра. Я хочу выразить свое уважение сборной Туниса. Они играли очень хорошо. Но это футбол, это игра. И сегодня вечером Англия выиграла. Мы счастливчики. Британцам все же пришлось постараться, чтобы обыграть карфагенских орлов. Уверенно открыв счет первым голом на 12-й минуте, Англия впоследствии заработала желтую карточку. Воспользовался шансом Фержани Саси сборной Туниса и забил гол, пробив мяч в левый угол. Первый тайм так и завершился со счетом 1-1. На 91-й минуте матча в добавленное время Гарри Кейн, капитан английской сборной, забил гол. Со счетом 2-1 Англия заслуженно победила. Крутой матч. Тунис победит. Значит, мы ожидаем, что Тунис выиграет. Должен выиграть. Ребята болели, красавчики. Ребята болели. Я вам скажу, нам не стыдно от нашего команды, они хорошо играли, но знаете, вот голи в футболе, они все бывают от ошибках, и ошибки сделаны в последние минуты, но все равно у нас шансов еще нету, будем болеть еще раз. Тунис вперед, Россия вперед!
Игру посетило около 40 тысяч болельщиков. Огромный интерес к матчу был у местных жителей. Билеты на стадион волгоградцы раскупали даже в последний день. Что же касается болельщиков противостоящих команд, то англичан было в разы меньше. Во многом это, безусловно, связано с антироссийской политикой, проводимой в Англии. Однако сами англичане, которые все-таки приехали на игру, увиденным остались довольны. We've been Russia now 4 days. No trouble. Everyone, we have a good time. Мы в России уже 4 дня, никаких проблем. Мы отлично проводим время. Люди очень хорошие, улыбаются, счастливые, очень заботливые, радуются жизни. В России я чувствую себя как дома. Плохая пресса в Англии только могла такое сказать. Мы счастливы здесь. Кейн, красавчик. Be happy to be in Russia. Happy in Russia, friends. Кейн, красавчик. Волгоград, thank you so much. Волгоград, большое спасибо. Фантастический, героический город. Мы отлично провели время. Очень жаркая атмосфера здесь. Мы удивительно проводим время. Стадион великолепный. Я британский фанат. Мы в премьер-лиге и думаем, что у нас там хороший стадион. Вот это хороший стадион. Настоящим праздником матч стал и для местных жителей. В своем родном городе они стали свидетелями грандиозного мирового спортивного события, частью чемпионата мира по футболу. Впечатления очень шикарные, очень довольные. Волгоград достойно встретил чемпионат мира. Очень много болельщиков с разных стран. Все толерантные, все радостные. Ну, просто полная шкала впечатлений. Если верить строкам из старой военной песни о том, что первый бой, он трудный самый, то стадион «Волгоград-Арена» с ним справился безупречно. И Машка не помешала. В день проведения матча сборной России против Египта здесь, на центральной набережной, собралось просто огромное количество болельщиков. После победы над Саудовской Аравией волгоградцы желали сборной России повторения успеха. И за их игрой наблюдали более 20 тысяч человек. Ну, сборная России в этот день просто не могла себе позволить проиграть. Так шумно на этой набережной не было давно. Матч собрал перед огромным экраном сразу несколько тысяч зрителей. Почти вся территория волгоградского фанфеста была заполнена людьми. По официальной информации, сюда пришли более 20 тысяч гостей мероприятия. Они все как один верили в нашу сборную. Верили в то, что российским футболистам удастся остановить натиск египетского нападающего Мохаммеда Салаха. Я думаю, что он получит травму минуты на 15 и уйдет. То есть вы думаете, что наши будут играть сильный такой футбол? Я думаю, что все равно наши победят где-то с расчетом 3-1. А Салах, максимум первый тайм отыграет и... Ставки были разные. Кто-то говорил о счете 2-1 в нашу пользу, кто-то прогнозировал ничью. Россия после победы над Саудовской Аравией была на первом месте в своей группе. Египет же занимал третью строчку. К слову, этот матч проходил в Санкт-Петербурге. За команду пришли поболеть более 64 тысяч человек. Это рекорд данного чемпионата мира. Громкие крики «Россия» были слышны и в городе-герое. Многие болельщики отмечали уверенную игру нашей сборной. Некоторые в шутку сомневались, а русские ли это играют вообще. Вся набережная первый тайм ожидала хотя бы одного мяча в ворота сборной Египта, но счет не хотел меняться. Более 30 минут позади, однако голов еще нет, хотя острых моментов достаточно много. Здесь на центральной набережной очень много людей, они скандируют «Россия» и посылают свою энергию нашим футболистам прямо в Санкт-Петербург. Будем болеть за нашу сборную дальше. И хотя обе команды старались приблизиться к воротам друг друга, первый тайм так и закончился со счетом 0-0. Футболисты ушли на отдых, а волгоградцы продолжали верить в сборную России. В целом неплохо играют, немного скорости не хватает. Я думаю, во втором тайме пару замен сделаем. На первом фанфесте не были, по телевизору смотрели, а сегодня прям просто великолепно. Очень давно не видели столько людей, такую толпу. Ну а молодому поколению здесь как? Мне очень нравится. Я никогда еще не был здесь. Ну вообще здорово вот на большом экране смотреть. Вообще первый раз смотрим на таком большом экране. Очень нравится. В
Второй тайм также начался спокойно для болельщиков. Наша команда уверенно вела, навязывая сопернику свою игру. И вот на 47-й минуте произошло то, чего все так долго ждали. После паса Зобнина у ворот сборной Египта началась борьба, в которой защитник африканской команды Фатхи срезал мяч в свои же ворота. Автогол, и Россия ведет в счете 1-0. Градус ожидания следующих голевых атак у волгоградцев повысился в разы. И российские футболисты не заставили себя ждать. Уже на 59-й минуте гол забивает звезда прошлого матча Денис Черешев. А буквально через 3 минуты в ворота Египта прилетает подарок от Артема Дзюбы. 3-0. Счет, в который не верили. Люди просто в шоке! Но настроение от этого поднимается! Лучший бомбардир чемпионата Англии – футболист Ливерпуля, который довел команду до финала Лиги чемпионов. Один из самых популярных игроков в мире Мохамед Салах все же сумел немного помочь своей команде, реализовав пенальти на 73-й минуте. Несмотря на это, Россия побеждает в матче и впервые за 32 года выходит из группы на чемпионате мира. Некоторые болельщики уже называют этот день историческим. Молодцы, Рус! Россия вперед! Молодцы, красиво сыграли, красивый матч, очень понравилось. Мы дальше ждем от них таких же побед. Ожидали от России? Нет, не ожидали. Удивлены? Очень удивлены. Следующий соперник, который встанет на пути России, это сборная Уругвая. Этот матч пройдет 25 июня в Самаре. Противостояние станет заключительным в группе А. Поболеть за нашу сборную можно также на фестивале болельщиков. Вход сюда абсолютно свободный. 22 июня в Волгограде состоялась игра между сборными Исландии и Нигерии. Весь день в центре города виднелись флаги этих двух стран. На центральной набережной болельщики устроили настоящий праздник с кричалками, песнями, а после приходили сюда, на стадион. Здесь их встречали развлекательные площадки. Языкового барьера не было, ведь дружба народов понятна без слов и не имеет границ. Маленькая Исландия стала настоящей футбольной сенсацией еще в 2016 на чемпионате Европы. Страна с населением в 350 тысяч человек показала высокий уровень подготовки футболистов, и тогда их команда дошла до четвертьфинала, проиграв сборной Франции. Еще с того чемпионата всему миру запомнились исландские фанаты, чьи так называемые клич викингов в поддержку своей сборной звучал перед каждым матчем. Услышали перед игрой Исландия-Нигерия его и волгоградцы. О том, что значит этот обычай, рассказали нам сами островитяне. Это ваша традиция? Да, это очень старинная традиция. Когда мы воевали с разными странами, мы подходили к ним, мы пугали людей, хлопая, как сейчас, используя барабаны и палки. Сейчас мы пугали Нигерию, и мы победим. Мы начали запугивать их еще 6-7 дней назад. Как вам наш город? Жарко здесь? Ужасно жарко. Страна, в которой невозможно выйти на улицу. Мы здесь уже 3 дня. Нам очень нравится. Посещали музеи, панорамы были там потрясающие. Поднимались вверх к статуе Родине-Мать. Гуляли, знакомились и разговаривали с местными жителями. Но мы старались выходить из дома после 8 вечера, и тогда хорошо. Как вам люди? Очень хорошие, дружелюбные, фантастические люди. Я бы тоже хотела себе такие картинки, как у вас. Я думаю, мы можем кое-что сделать. Где ты хочешь, здесь или на лице? Я думаю, здесь. С этого момента я стала настоящим болельщиком сборной Исландии и с гордостью несла флаг островного государства на своем лице. Отважные викинги не только приняли меня в ряды настоящих фанатов, но и научили традиционному обычаю запугивания противника. Мы обязательно должны выиграть.
Я буду рад, если так получится. Это было бы здорово. А тем временем многочисленные болельщики стекались к стадиону с национальными флагами в надежде на победу любимой команды. Фанаты сборной Нигерии широким строем вышли на дорогу победы, ведущую к стадиону «Волгоград-Арена». Ваши люди очень гостеприимные. Я русский. Спасибо. Оле, 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 оле. Оле, оле. Еще один матч, еще один необыкновенный день в копилку чемпионата мира 2018 и целая страница в историю жизни нашего города. В следующем Волгоград принимал матч Египта и Саудовской Аравии. До начала игры болельщики из других стран веселились, танцевали и фотографировались с местными жителями. Можно сказать, что в этот день атмосфера была по-настоящему теплой и дружной. Мусала, 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 running down the wing. Сала! Мусала, мусала! Эта фамилия перед матчем Египет-Саудовская Аравия звучала отовсюду. Легендарный нападающий клуба «Ливерпуль», кумир миллионов футбольных фанатов и национальный герой у себя на родине, в стране фараонов. Болельщики ждали любимого игрока у ворот гостиницы, где остановилась сборная страны в надежде увидеть его вживую хотя бы издалека. Мы ждали египетскую команду. Вы, наверное, знаете, что мы фантастически начали игру на чемпионате против Уругвая. Российская команда себя хорошо показала во втором матче. Мои поздравления. Несмотря на то, что несколько дней назад египетская сборная со счетом 3-1 проиграла россиянам, в Волгоград они приехали с прекрасным настроением. Перед матчем в Центральном парке культуры и отдыха египтяне танцевали, веселились и фотографировались с местными жителями. Обстановка была по-настоящему радушной и теплой. Что вы думаете о предстоящем матче? 3-1 выиграет Египет. Надеемся, что 3-1. Как долго вы уже в Волгограде и какое впечатление от нашего города? Мы здесь только 2 дня. Очень хороший город. Но очень жарко. Очень жарко. Очень близко к погоде Египта. Очень дружелюбные люди здесь. Местные творческие коллективы развлекали гостей матча исконно русскими и казачьими песнями, частушками, хороводами и танцами. Такой национальный колорит покорил гостей с Востока. Безучастным не мог остаться никто. Это невероятно, все, что вы делаете в России сейчас. Этот город очень хороший, я его уже полюбила. Сборная Саудовской Аравии первые 2 матча на этом чемпионате тоже проиграла сборным России и Уругвая, как и Египет. Поэтому на стадионе «Волгоград-Арена» игра будет по-настоящему интересной. Сами же болельщики старались поддерживать свои сборные перед матчем каждый по-своему. Фанаты из Саудовской Аравии за победу молились по нескольку раз в день. За какую команду будете сегодня болеть? Будем болеть за Саудовскую Аравию, конечно. Дай Аллах 5-0. Что думаете о нашем городе? Здесь здорово. Нам было очень легко добраться сюда. Очень много людей, с которыми можно поговорить. И дай Аллах, завтра поедем в Москву. Как насчет погоды? Не жарко вам? Нам отлично. Прям как наша погода дома. 35+ для восточных стран температура, конечно, более привычная, чем для исландцев, однако играть под палящим солнцем на поле даже им будет совсем непросто. Поэтому заранее предугадать, кто победит в этой игре, невозможно. В победу верили все, а выиграл все равно сильнейший. Игра,
которая ничего не решает. Так говорили о матче сборных России и Уругвая болельщики и футбольные эксперты. Сам матч проходил на стадионе в Самаре. А здесь, в Волгограде, вот на этих ступеньках, которые совсем скоро представят в обновленном виде, пришли поболеть, сидели и наслаждались игрой несколько тысяч волгоградцев. Сейчас здесь по-настоящему холодно, а тогда было жарко и в прямом, и в переносном смысле. Кстати, в этот вечер определился и соперник сборной России в 1/8 финала. Им стала грозная Испания. После оглушительной победы над Саудовской Аравией со счетом 5-0 и тяжелой, но результативной игрой с Египтом, наши футболисты вышли на этот матч против Уругвая со спокойным сердцем. Однако болельщикам сборной России так понравился вкус победы, что от наших ребят они ждали только положительного результата. 3-2 выиграют. Почему так думаете? А так по-другому не может быть. Они уже настроены на победу. Я смотрю, что вы нарисовали себе усы. Почему? Усы надежда. Мы верим в нашу команду. У них все получится. Так что только так. В борьбу сборная России включилась с первых секунд. Но уже на 10-й минуте матча нападающий Луис Суарес, который забил Саудовской Аравии в предыдущем матче единственный гол, нанес сильный удар в нижний правый угол. 1-0 и не в нашу пользу. К сожалению, это не последний мяч в воротах России. После напряженной борьбы у кромки ворот мяч срикошетил от ноги Дениса Черешева. Судья засчитывает автогол. В 42-й минуте матча, к сожалению, мы пока не забиваем. Настроение немножко подпортилось у болельщиков на центральной набережной. Но будем поддерживать команду и верить, что у нас все будет хорошо. Кстати, нас устроит и ничья, потому что обе команды уже вышли из группы. Болельщики думали, что злоключения в первом тайме для сборной России уже закончились. Но на последних минутах наша команда осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Игорь Смольников. Боевой настрой у болельщиков падал, да и вера в команду у некоторых уже начала пропадать. Как вам сборная России? Смотрю, так эмоционально реагируете. Переживаем. У кого больше сил? Мне кажется, нас заслуживает. Больше внутреннего стержня. Очень переживаем за наших игроков. Их заслуживают, это видно. Очень жаль, что так случайно нам забили первый гол. Но ощущение, что отыграются, есть. Уже нету. Мне кажется, нет. Второй тайм уругвайцы начали спокойно. В их интересе было тянуть время матча и не форсировать темп. Наши же пытались подобраться к их воротам. Отличную игру показал нападающий Артем Дзюба, у которого несколько раз была возможность пробить ворота Уругвая. Несмотря на это, голевых атак было мало, а таймер работал не на нас. Да, все правильно они делают. Просто, видимо, подустали уже. Мне кажется, надо Дзюбу поменять на кого-то другого, чтобы посвежее был человек и подергал защиту Уругвая. Дзюба уже устал. Но у нас больше нет замен. Что вот тогда делать? Что делать? Может быть, немножко поменять тактическую схему и Федора Смолова выдвинуть вперед, а Дзюбе отойти чуть-чуть назад. Может быть, так. Расстроенные болельщики уже к концу матча не верили в победный исход, да и голов больше не ждали. Однако на 90-й минуте матча Эдисон Кавани забил еще один мяч в наши ворота. В итоге 3-0 и первое поражение сборной России. И все, финальный свисток. Россия уступает в этом матче сборной Уругвая 3-0. Но ничего страшного, совсем скоро мы будем сражаться либо с Испанией, либо с Португалией в 1/8. Кто будет нашим противником, мы узнаем совсем скоро, так как эти команды начинают выступление сразу после России. По итогам вчерашних матчей стало известно, с кем сыграет сборная России. Это Испания, которая накануне сражалась с Марокко и вышла в плей-офф с первым местом в своей группе. Теперь решающее противостояние состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Уже сейчас испанцы отмечают, что Россия может стать серьезной проблемой для них, а эксперты в один голос говорят, что у россиян есть шанс выйти в четвертьфинал домашнего чемпионата. К сожалению, Волгоград принял только 4 игры отборочного тура.
Последний матч состоялся между сборными Японии и Польши. Болельщики к этому событию готовились заранее. Например, японцы привезли с собой национальные костюмы, флаги и краску для лица. Мы увидели колоритных болельщиков перед матчем своими глазами. Трубы, саксофон, валторны, тромбоны и барабаны – почти настоящий духовой оркестр встречал японских болельщиков в Волгоградском аэропорту. Ребята из местной группы «Мегаполис» зажигательно исполнили известные мировые хиты и подарили гостям города веселое настроение. Быстро получив свой багаж, футбольные фанаты отправились к выходу, где их и ожидала наша съемочная группа. Японцы – народ доброжелательный и с радостью соглашались на интервью. Однако в каждой беседе на интернациональном языке буквально с первых минут разговор заходил в тупик. Japan we. Japan we. What do you think about our city? Maybe your friends told you something about. Ой, я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Как оказалось, английский язык в стране восходящего солнца знают всего несколько процентов жителей. Япония – страна довольно консервативная и к тому же долгое время была закрытой для иностранных гостей. Обучение международному языку не входит в школьную программу этой страны. Японцы со знанием английского – большая редкость. Все же пообщаться с футбольными фанатами нам удалось благодаря переводчику, который прибыл с группой в наш город и будет сопровождать их в течение всего путешествия. Едва прибыв в аэропорт, японцы очень удивились, и причиной этому был не только оркестр, веселая музыка. На самом деле мы не ожидали, что будет такая жара. На самом деле они ехали в Россию как со страны холодной и привозили с собой очень много теплой одежды, наоборот. Первое впечатление, что мы приехали в Африку. Надо сунде морайру йони то. Доки-доки, вак-вак, стимасы. Ну, естественно, мы очень переживаем, и сердце бьется, колотится, потому что завтра у нас очень важная игра. Группа болельщиков, помимо посещения игры на стадионе, запланировала большую культурную программу в нашем городе. На вопрос, что хотите посетить первым делом, ожидаемо отвечают Мамаев курган. Мамаев курган, наверное. Мы все на самом деле очень удивились. Изъявили свои даже некоторую зависть, что я поеду в начале. И я взяла даже целую неделю выходных на работе. Для японцев это очень много недели выходных. Японские болельщики привезли с собой национальную одежду, в которой они будут болеть за любимую команду. Так что волгоградцам 28 июня выпадет возможность сделать колоритные фотоснимки и увидеть своими глазами японцев, одетых в кимоно на улицах родного города. Вот так и закончились матчи для Волгограда. Но в других городах футбольные страсти все еще кипели, а волгоградцы следили за ними здесь, на фан-зоне. Матч сборных России и Испании вызывал у болельщиков неподдельный страх, ведь испанцы сильнейшие в мире. Тогда здесь, на фан-зоне, было так же громко, как и сейчас, но не от шума инструментов, а от голосов болельщиков. Что произошло в этот вечер, можно назвать настоящим чудом. Об этом далее. Начало матча Россия-Испания. Тысячи человек пришли на центральную набережную Волгограда, чтобы поддержать сборную России. Болели за наших кто как мог. В дело шли национальные флаги, парики, краски, дудки и даже накладные усы. Все смотрят на сборную России, как будто, ну, не фаворит, но я уже 2 недели болею за нее. И жду, что мы дойдем, ну, минимум до полуфинала, а максимум выиграем. Ну расскажи, усы, надежда помогают? Конечно, только они и помогают. Да? То есть надо было всем, наверное, эту акцию продвинуть, да, и одеть на себя. Надо было поддержать Ваню Урганта, на всем надеть усы, и тогда будет все вот, как сейчас Дзюба забил. Мы забивали испанцам каждые 5 минут.
Усы надежды действительно помогли, и наша команда открыла счет. Но, увы, не так, как хотелось бы. Защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. Разочарование с первых минут. Обстановка на стадионе в Лужниках была накаленной до того момента, пока игрок из команды Испании, знаменитый Жерар Пике, не коснулся рукой мяча. Строгое нарушение правил – желтая карточка. На 41-й минуте первого тайма Артем Дзюба бьет пенальти. Трибуны взревели. Гол. На такой оптимистичной ноте закончился первый тайм. После небольшой музыкальной паузы игроки сборных Испании и России вновь вышли на поле. Болельщики замерли в ожидании, но цифры на табло не менялись. Испанцы практически на протяжении всего тайма владели игрой, однако контроль мяча не помогал. С нервным счетом 1-1 закончилось основное время матча, но болельщики не падали духом. 1-1 вас устраивает? Наши еще забьют по-любому. Дзюба вообще красавчик. Это твой любимый игрок? Да, Дзюба мой любимый игрок. Ну вот, а ты в таком юном возрасте увлекаешься футболом. Тебя, видимо, папа приучила. Привил тебе любовь к этой игре. Да, вообще не смотрела футбол. Вот с этим чемпионатом я решила его смотреть. У меня появились любимые игроки. И вот смотрим. Так, девочки, вы болеете женским составом. Почему решили сегодня сюда прийти? И как вам игра? Как не прийти? Россия играет. Вы что, игра очень нервная? Дзюба просто мой форева. Я его просто обожаю. Игра очень на самом деле нервная. Плюс жара, атмосфера такая. Как не прийти? Просто я даже поменялась специально на работе с девочкой, чтобы сегодня прийти и посмотреть этот матч. Два тайма уже прошло, ничья. Как вы увидите дальше исход игры? Я верю в нас. Я верю в Россию, могу так сказать. Я верю, что наши победят и забьют еще один гол. Я верю в это. Да. Россия вперед! После окончания основного времени матча судья добавил дополнительные, однако новых голов в этом периоде болельщики сборных так и не увидели. Игра была действительно напряженной, немного разрядила обстановку план оператора на 101-й минуте игры, который режиссер матча поставил в прямой эфир. Жующие булочки – самые волнительные минуты игры за сутки стали самым популярным мемом в соцсетях. Тем временем время шло, но цифры на табло так и не менялись. 121 минута матча позади, счет так и остается 1-1. Два раза судья давал командам добавочное время, но ни одна сторона не забили голов ворота противника. Мы ждем пенальти, обстановка накаленная, и это слабо сказать, что накаленная. Все переживают, тысячи человек волгоградцев как раз пришли сюда на центральную набережную, чтобы поболеть за любимую команду. Ну что же, будем ждать. Пенальти обязательно должны забить ворота противника. Я думаю, что наша сборная способна не только удержать ничью, но и выиграть серию после матча пенальти. Поэтому мы верим в нашу сборную и считаем, что это не все. Они еще не все себе показали. Все, за нами победа. Акинфеев очень сильный вратарь в России. Нету ему равных. Это серьезно. Это серьезное заявление. Сейчас будет гол. Мы пройдем дальше. Я надеюсь, что мы пройдем дальше. Я буду верить. Ребят, ну что, ждем пенальти. Счет 1-1. Конечно. Как такие чувства испытываете? Вообще шикарные. Думаю, мы выиграем всех. Переживайте. Фантастическое чувство. Очень сильно переживаю. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед! Волгоградцы верили в победу и с надеждой следили за серией пенальти. По очереди свой мяч отправляли в ворота противника Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Денис Черышев и Александр Головин. Каждый гол громким эхо прокатывался по центральной набережной Волгограда. Вратарь сборной России дважды отбил пенальти. После второго промаха испанцев исход встречи был решен. И пятое пенальти россиянам уже не понадобилось. Россия в четвертьфинале. Страна ликует. Потрясающе! Это...
знаю, это просто было умопомрачительно. Я в восхищении сборной России. Накаленный матч! Матч накаленный был! Что? Вы еще спрашиваете нас это? Конечно, накаленный, вы это видели! Господи! Без слов понятно, как переживали наши болельщики. Что, как планируете дальше продолжить отмечать? Конечно, отмечать и болеть дальше. Акинфеев — это просто самый классный вратарь в мире. Я не ожидал. Этот чемпионат мира просто нереальный. Такие чудеса творятся, просто нереальные. Я в шоке. Мы выиграли, мы 0-4 финал. Это супер, да! Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком этого матча. Но мы навсегда запомним эту победу. Победу, которая впервые в истории российского футбола вывела нашу страну в четверть финала чемпионата мира по футболу. Позади испанцы, впереди Хорватия. Это сейчас известно, что сборная России проиграет, а хорваты дойдут до финала. Но тогда наши футболисты нас вдохновляли. Мы желали им победы, мы гордились ими, мы кричали и болели от всей души. К сожалению, сборная России не дошла до финала, но то, что они показали, и то, что они сделали на этом чемпионате, доказали, что российский футбол жив. Отгремели матчи мирового футбольного первенства в городе Герой, разъехались иностранные гости. Но любовь к футболу волгоградских болельщиков не угасла, тем более, что российская сборная еще в игре. Тысячи жителей Волгограда вновь пришли на центральную набережную, чтобы поддержать нашу команду. В ее победу верит абсолютно каждый. Мы ожидаем только победу, и мы верим в нашу команду и болеем за них. Россия только вперед! Как думаете, шансы есть? Конечно, есть! Россия вперед! Россия! 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 Продемонстрировав свой командный дух и уверенную футбольную тактику, неделю назад российская сборная сумела сломить сопротивление испанцев, выиграв в серии пенальти. На этот раз ей предстояло сразиться с не менее сильным противником – командой Хорватии. Так же, как и прошлый матч, эта игра держала в напряжении все свое время. И вот он, первый гол в первом тайме. На 31-й минуте мяч от Дениса Черышева молниеносно попадает в ворота хорватов. Болельщики ликуют. Конечно, радость! Это искренние эмоции, просто искренние! Россия! По ноль уверен! Но спустя 7 минут нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет 1-1. Первый тайм закончился в ничью. Очень даже неплохо! Молодцы! Россия, чемпион! Верили в сборную, парни молодцы, стараются, до конца борются. Так что до конца, парни, верим в вас! Россия, вперед! А что можете сказать про сборную Хорватии? Сильный соперник? Очень сильный. Отлично. Соперник. Ну что ж, и сейчас пожелание атака для очень хорошая. Для всех наших болельщиков. В принципе, примерно равная игра будет, я считаю. Потому что сейчас 1-1 уже рисковать не будет. До первого пропущенного гола, мне кажется, будет играть. Как вы думаете, игра в следующем тайме будет напряженной? Будет очень напряженная игра, и я думаю, наши один гол забьют и победят. Напряженно начинается и второй тайм, однако за это время счет на табло не меняется. В первом дополнительном времени на 100-й минуте гол от хорватов. 15 минут потребовалось России, чтобы сравнять счет. Таким образом, счет во втором дополнительном тайме 2-2. Эмоции накалены до предела. Очень нервная игра, но мы надеемся, что справедливость восторжествует, Россия победит. Мы всегда надеемся на победу, иначе быть не должно. Наш чемпионат, наша победа, наша Россия вперед.
Россия была на шаг к полуфиналу чемпионата мира. Команда показала шикарную игру с Хорватией. Первая забила, затем сравняла счет дополнительное время. Но в серии пенальти удача отвернулась. Даже один из ключевых игроков команды, Артем Дзюба, в интервью одному из телеканалов не смог сдержать эмоций. Матч очень понравился. Были удачные и неудачные моменты. Ну вот, конечно, мы достойно держались. Оборона была. Все было. Ну вот, такой вот неудачный момент. Такой бывает. Это сильный противник. Это сильный. Они все равно достойно сыграли. Молодцы. Молодцы все равно. Они сделали хороший результат, несмотря на поражение. Ждали до последних минут, была уверенность, что мы как-то поборемся и выберемся. И серия пенальти. Мы думали повториться то, что было в прошлом матче. Но, к сожалению, не получилось. Россия же все равно для нас осталась чемпионом. Мы ее любим и верим в новые победы. Уже 3 недели поклонники футбола пристально следят за событиями чемпионата мира. Развязка все ближе. Кто станет победителем, пока говорить рано. Но то, что российский футбол жив, теперь знает каждый. Мы уверены, этот чемпионат мира станет новой вехой в истории развития отечественного футбола. Чемпионат мира принес Волгограду, да и всей стране, огромные изменения. Мы стали верить в российскую сборную. Иностранные гости познакомились с культурой разных народов, проживающих на территории нашей страны. Не обошлось и без сюрпризов. Например, сильнейшие сборные – Испания, Португалия, Германия и Бразилия – даже не дошли до полуфиналов. Мы спешили к экранам, кричали на фанфесте и болели на стадионе. Чемпионат мира по футболу – прекрасное событие, которое останется в памяти еще надолго.